Никогда еще мы не одевали чужестранцев в одежды нашего народа. Пусть эти плащи укроют вас от вражеских глаз. Лембас. Эльфийский дорожный хлеб. Взрослому мужчине достаточно кусочка, чтобы наесться. А ты сколько съел? 4. С каждой лигой вашего пути на юг опасность будет возрастать. Восточный берег Андуин захвачен мордорскими орками. Но и западный берег для вас небезопасен. На границах видели странных существ со знаком белой длани. Орки редко ходят на открытом солнце, а эти его не боятся. За вами следят. Вы можете обогнать своих врагов, двигаясь по реке к водопаду Ревас. Тебе, Леголас, я дарую лук Галадримов. Он достоин мастерства наших лихолесских родичей. Это нолдорские кинжалы. Они уже проверены в бою. Не бойся, юный Перегрин. Ты найдешь в себе храбрость. А для тебя, Сэмвайз Гэмджи, эльфийская веревка, свитая из Хитлайна. Спасибо, госпожа. А тех чудесных, блестящих кинжалов больше не осталось? А что гном хотел бы получить в дар от эльфов? Ничего. Ну разве еще хотя бы раз взглянуть на госпожу Галадримов? Ибо она прекраснее всех драгоценностей подземного царства. На самом деле, есть одна вещь. Нет, не стоит. Это совершенно невозможно. Глупо спрашивать. У меня нет для тебя дара большего, чем ты уже обрел. Во имя ее любви я опасаюсь, что благоденствие Арвин не вечно. Может, ей лучше покинуть эти берега и жить со своим народом? Она могла бы отправиться на корабле в Валинор. Выбор все еще за ней. А твой выбор за тобой, Арагорн. Возвыситься над всеми своими предками со времен Элендила. Или пасть во тьму вместе с остатками твоего народа. Счастливого пути. Тебе многое еще предстоит сделать. Мы больше не увидимся, Элиссар. Прощай, Фродо Бэггинс. Я дарю тебе свет и Оренделя. Нашей любимой звезды на Марии. Пусть он светит тебе во мраке, когда весь прочий свет угаснет. Смотрите на BTV.kz с безлимитным трафиком в подписке Амедиатека и на канале Амедиа Премиум HD.